В цьому домі я живу. Так, і що, що, ви, що, ви, що ви чули, що сталося? Ну, во-первых, я услышала какой-то страшный, страшный такой, как вибух, наверное, сумасшедшей силы. Вот. И потом я вскакиваю, не знаю, куда мне деваться, паника вначале, конечно. Но я выбежала, вот у меня окна выходят и во двор, и на Васильковскую. Я выбежала, все машины, сирена, то есть работала у всех машин сигнализация. Вроде, знаете, никаких нету ни дыма, ни гари, ничего. Но что происходит, непонятно, в общем-то. Это какие-то 5 минут, в общем, у меня хватило, ты же паника сумасшедшая. Потом я открываю двери, уже 5 минут буквально прошло, полиция, люди с торбами, с детьми на руках. Ой, ужас, что тут думать? Куда едете сейчас, куда направляетесь? За детьми, мы не за детьми едем. Детей надо вывезти. Ну что, все образуется. Сука, подлюга, чтоб он усрался, этот Путин, падла. Что Российская Федерация не остановится уже потому, что они сделали. Ну, ни о каких братских народах речь не идет. Это удар в спину, которого мы ожидали, потому что уже давно все к этому шло. И сейчас, ну, мы думаем, что они будут прилагать максимум усилий, чтобы уничтожить нас и нашу страну, но мы им этого не позволим. What do you think about Putin and what he's done? That's war. He's open war with the Europe and that's bad. War, total war. As I when I arrived from Lviv, I understand that in the Lviv some I don't know how this in English, but we. Hitler and all his environment have been putting on court. The same have to be done to Russia, and Ukraine supposed to be not just only made it to be free with the help of America, with the help of England, but Russia need to pay all economic consequences that we got during all this time.